Ну, Станей мы знакомы 4 года, познакомились в России. В ее жизни была какая-то непростая ситуация, и я сказал: «Таня, бросай все, приезжай в Испанию». Я, честно говоря, не думал, что, приехав в Испанию, она сделает вот такой центр. Конечно, о Тане можно говорить много. Самое главное, что я заметил, очень добрый человек. Она дипломированный психолог. Скажу вам откровенно, в одной ситуации она помогла даже мне разобраться. Вот вроде бы я ее учитель, там мастер, наставник. Но однажды мы обращаемся друг к другу за помощью. Однажды я к ней обратился, и Таня дала мне очень важный совет, который мою жизнь изменил на 360 градусов. Поэтому кто кого еще учит, сложно сказать, но могу точно сказать, что Таня – это удивительный человек. И здесь есть несколько людей, которые общаются в Фейсбуке. И когда они меня спрашивали, а можно к вам попасть на прием, я написал всегда: обращайтесь к Тане. Они нашли Таню, Таня помогла. Но, наверное, очень важно, что Таня очень человек отзывчивый. Я не знаю ни одного случая, наверное, вот кто здесь присутствует, все уже более-менее ее знают. Нет ни одного случая, когда она прошла бы мимо. Помимо того, что она дипломированный психолог, она занимается музыкальной терапией, она сама музыкант, чтобы вы знали. Она играла на рояле, да? Вот. И поэтому у нее есть такой особый дар. Вообще, вот таких людей, как Таня, я называю людьми от Бога. Когда люди занимаются не просто потому, что получили диплом или хотят что-то в жизни доказать кому-то, а просто потому, что есть сердце. Все, что делает Татьяна, она пропускает через сердце. И когда вдруг появился такой центр, я откровенно скажу, конечно, она со мной советовалась, я ей помогаю во всем. Естественно, это проект такой достаточно серьезный, потому что многие спрашивают, а что здесь будет? Я могу сказать одно, женщины, особенно для вас. Здесь будут женские тренинги, здесь будет женский клуб, здесь будут женские темы, вы будете встречаться, общаться. Но что сделала Таня правильно и то, чего еще пока в мире нет? Студия аромамузыкотерапии, она соединила и запахи, вот которые мы сегодня с вами понюхали, французские. Причем она ездила на французский завод, договаривалась. Конечно, благодаря Жанет, спасибо, что направила нас туда. Благодаря Мигелю. Давайте поаплодируем им тоже, да? Вот. И когда мы сделали такой проект, мы подумали, что, во-первых, Таня, она очень хорошо диагностирует с помощью своего метода авторского, плюс ко всему у нее есть еще аппараты, которые пока скрыты. Она скоро вам будет диагностировать все, эмоциональное, психологическое, ваш портрет будущего. Вообще Таня очень уникальный человек. Она просто скромная, пока она так немножко стесняется. Но я думаю, пройдет время, она раскроется, и жители Испании, и русские, и испанцы будут благодарны. Почему? Потому что самое главное, что делает Татьяна, женщина, слушайте меня внимательно. У меня создана целая клиника косметологическая, которая убирает морщины, там, омолаживает на 10 лет с помощью разных аппаратов там, и так далее. Что делает Таня? Таня знает точно, что все наши морщины, мы надеваем восковое лицо, когда мы обижаемся, когда у нас страхи, когда у нас болезни, когда у нас измены. Воск, вот маленький ребенок, у него воска нет. Он радостный, улыбчивый, вспомните маленьких детей, глаза сияют. Когда мы становимся старше, у нас возникают какие-то ситуации, и наша душа берет все, и хорошее, и плохое. Таня, единственный пока обладатель этой методикой, методика, она будет называться резонансная косметология, мы ее в Испании тоже запатентуем. Эта методика, она убирает с вас маски, вот эти воск снимает, благодаря души. Поэтому, обращаясь к ней, вы поймете, что буквально за 1, 2, 3, 5 сеансов вы избавитесь от многих проблем. Конечно, с помощью музыкотерапии, запахов, с помощью акупунктурного воздействия, рук, голоса и вообще своей харизмы. Потому что харизма, которая есть у этой великолепной женщины, она, честно говоря, меня потрясла. И я понял, что есть люди от Бога, которые это могут делать. Поэтому в этом центре вы не смотрите, что там только пока представлены запахи. Там есть следующие комнаты, пока мы вам их не раскрываем. Я надеюсь, что сразу после открытия, после проведения тренингов, а уже завтра, кстати, состоится первый женский семинар-тренинг, на котором я, Юрий Гальцев, Татьяна Ларицкая, мы вам кое-что интересное раскроем, как правильно управлять своей жизнью, как правильно общаться со своими любимыми, и самое главное, как не терять чувство любви, управлять очень процессами, которые, может быть, еще пока не удаются.